Депутат законодательного собрания края Сергей Орленко встретился с активом Григорьевского поселения. Члены территориальных органов самоуправления, квартальные и местные депутаты обсудили с представителем кубанского парламента проблемы в станицах и их решения. Больше всего григорьевцы хотят преображения Дома культуры. Уже скоро его ждет капитальный ремонт. При содействии Сергея Орленко из краевого бюджета выделено 9 миллионов рублей. Данный Дом культуры, в котором мы собрались, постройки 76-го года. И, естественно, за 45 лет эксплуатации требует очень серьезного капитального ремонта и даже где-то реконструкции. Этот клуб должен быть полностью отреконструирован, для того, чтобы он стал тем самым местом притяжения именно не только Григорьевской станицы, но и близлежащих населенных пунктов. В первую очередь заменят кровлю и окна, отремонтируют дискозал, фойе, зрительный зал, фасад здания. Я думаю, что вот именно такая теплая, хорошая обстановка всегда будет находиться в этом Доме культуры. И он еще послужит не одному поколению для встреч, для хорошего проведения времени, чтения книг. В планах у депутата ремонт детской площадки. Ранее при помощи Сергея Орленко на братской могиле в станице Григорьевской обновили гранитные плиты, тротуарную плитку и установили ограждение.